выявили 3 партии запрещенных фруктов из Турции и Молдавии, забраковали более 1 тонны молочной продукции, привезенной из разных регионов страны. Такие итоги подвели в Роспотребнадзоре республики за 2016 год. Всего было проведено более 2200 проверок и, как следствие, 3500 выявленных нарушений требований законодательства в сфере защиты прав потребителей. Большой резонанс в конце прошлого года вызвал случай массового отравления в Иркутске боярышником, что прибавило работы всем – и правоохранительным, и надзорным органам. Из декабря месяца 2016 года по сегодняшний день у нас продолжается работа по выявлению спирта, содержащей непищевой продукции. Приостановлена реализация 60 партий объемом около 600 литров. Это спирта, содержащей непищевой продукции, лосьоны, одеколоны, боярышник, ну, и другие. А также стеклоомывающие жидкости более 2000 литров.